Итак, всем доброго времени суток. У нас очередная партия посылочек с сайта AliExpress. У нас здесь три посылочки. Раз, два и три. Сейчас мы их быстренько распакуем. Посмотрим, покажем. А вы в это время подпишитесь на каналчик. Поставьте лайк. Нажмите, не забудьте колокольчик, чтобы видеть, когда я буду выставлять новое видео. Так, и открываем маленькую посылочку. Что тут у нас? А, у нас тут штекеры для наушников. Их здесь должно быть 10 штук. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, восемь, девять, десять. Да, все правильно, 10 штук. Вот такие вот у нас пластмассовые. Так, вот такие вот у нас штекеры для наушников. Ну, материал такой. Ну, конечно, ценник очень дешевенький они. Материал и так видно, что не сильно дорогой. Ну, ничего. Приделать, припаять. Мне там надо отремонтировать наушнички. Пойдут. Так, сейчас мы возьмем какие-то. Возьмем планшетик и проверим, подходит ли данный разъем или не подходит. Так, вот такой у нас тут планшет. Старенький. Проверяем данный разъем. Встает нормально. Вынимается. Ну, вот такое вот качество, можно сказать. На свои денежки пойдет. Все отлично. Припаять есть здесь. Все можно паять, можно делать. Вот такая вот у нас здесь посылочка номер один. Итак, идем дальше. Посылочка номер два. Вот такая вот тоже у нас тут небольшая. Так, аккуратненько вскрываем. Так, что тут у нас? А тут у нас долгожданный. Так долго ждали, детки. Пончик, сквиш, или как его там модно сейчас называют, или пончик антистресс. Так что ты вот здесь так продавец за. Так. Открываем данный пончик. Мягенький такой, прикольный на прикосновение. Что-то там уже какие-то бубочки отпали. Вот так вот. Ну, такой вот он. Сейчас его так шмякаешь. Но я думаю, эти бубочки очень быстро подпадают. Они уже вон, вон видите, уже подпадали. Это обычные пластмассовые штучки. Так, это у нас все дело вешается на брелочек. И вот такой вот у нас, как говорится, антистрессик. Так. Сейчас детки протестят это дело. Что нам скажут? Я другого цвета таки заказываю. Другого цвета? Да. Это, я думаю, пойдет. Черный был. А там, наверное, был. Не черный, а коричневый. Ну, пробуй. Класс. Что, прикольный? Да. Ну все, забирай. Наконец-то ты дождалась. Заказывали уже второй раз. Первый раз не пришло. Заказали второй раз. Второй раз пришел. Так, следующая у нас посылочка. Здесь я уже догадываюсь. Уже один раз уже был у нас такой товар. Это пришел второй раз. Попросил у меня. Друг попросил заказать USB паяльник. То есть я себе заказал, он видел, попросил заказать и себе. Так, что у нас тут в комплектации? В комплектации у нас такая вот поставочка. Сам паяльник. Вот такой вот. Ой, что-то оно здесь лишнее выкрутилось. Что-то оно у нас выкрутилось лишнее. О, оно снимается, я забылся. Так, вот такой вот он у нас. Ставится на так вот на подставочку. Сам провод. О, кстати, антистресс пахнет вкусненько. Эй, как выпечка пахнет. Ничего, дети будут играться. Так, вот такой вот у нас. О, тут больше почти. Ну, метр шнура. Подключается у нас в этот вот разъем. Так, и вот это у нас сам припой.
Тоненький припой. Так, сейчас мы возьмем Powerbank и протестим данный девайс. Так, Powerbank я, конечно, не найду сейчас. Где-то у нас очень далеко спрятан. Сейчас, секундочку, нажмем паузу и продолжим видео. Так, нашел я Powerbank. Такой у меня здесь вот Powerbank. На солнечной батарее, как видите, сразу подал реакцию, что заряжается. Даже от лампочки обычной. Довольно интересная, прикольная штучка. Мне очень нравится. Видите, забрал. Вот открыли. Как его закрыть-то? Вот закрываем, должен сейчас потухнуть. Видите, потух сразу. Открыл, сразу пошла зарядка. То есть полностью рабочий. Так, подключили мы паяльник. Сейчас мы посмотрим, как он там. Так, должен у нас где-то здесь индикатор гореть. Индикатор светится красненьким. Значит, данный девайс у нас работает. Вот сразу же пошел дымок. И вот можем на камеру приблизить и показать. А, здесь у нас какая-то эта вот... Вот он работает, плавит, все работает. Выключаем, чтобы не сильно дымел. Так, я же говорю, заказываю его второй раз. Очень хороший паяльничек. Паять какие-то мелочи где-то на расстоянии, чтобы не тянуть к розетке. На месте очень прикольная и очень нужная вещь. На этом видео будем заканчивать. Будем ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях. Вот, что вы хотели увидеть у меня на обзорах, если интересно вам что-то. Буду пробовать заказывать, показывать. Сейчас. В данный момент, наверное, будет перерывчик у нас по видео, потому что в Китае сейчас Новый год. Ничего заказать там нельзя, ничего не отправляется. Так, ну что ж, всем доброго здоровечка. Жмякаем колокольчик, чтобы увидеть следующие мои видео. Вот, и не забываем подписаться. И на все товары с видео будет ссылочка в описании. Переходим, заказываем. Проверено, сами увидели. Все дело работает. Всем пока, до новых встреч. Бай-бай.